Привет, я Ирина Рудницкая, автор уникальной системы по развитию природной пластики. Представляю один из вариантов комплексов, тренировочных комплексов по развитию пластики, которые мы применяем в нашей школе. Становимся прямо, ступни располагаем под тазобедренными суставами, смотрите на свои пальцы, постарайтесь их растянуть друг от друга и немного завернуть большие пальцы внутрь, так чтобы внешние края ступней стали параллельны. Закройте глаза, расслабьте колени, расслабьте плечи, лопатки. Почувствуйте внутри себя стержень, который вас удерживает в вертикальном положении. Немножко покачайтесь вперед и назад. Вы переносите центр тяжести вперед, перемещаясь к пальцам ног и назад к пяткам. Найдите середину, найдите центр. Равномерно распределите вес на правую левую сторону. Немножко попульсируем. Начинаем постукивать пятками по полу и проводить импульсы по телу, расслабляя мышцы, позволяя всему телу двигаться как одна большая пружина. Представьте, что каждый ваш сустав, в каждом вашем суставе живет маленькая пружинка. Голеностоп, колени, тазобедренные суставы, в каждом позвонке, плечах, локтях, запястьях, шее. Расслабьте шею, поднимите кисти и подпросите кисти. Почувствуйте свободу мышц. Можно даже немножко попрыгать, попереносить вес на ногу. Расслабляйте мышцы. Останавливаемся. Вновь приклеиваемся ступнями к земле и болтаем коленками. Продолжаем работать с пульсацией. Сейчас наши ступни прижаты. И мы проводим импульсы, которые поднимаются снизу от движения колен по всему телу. Наша задача еще раз просмотреть тело на предмет зажимов, напряжений. Особенно проверяйте область затылка, плечи, лопатки, тазобедренные суставы. Остановитесь, почувствуйте, как тело стало легче, раскованнее. И уделите внимание дыханию, погрузитесь внутрь себя, послушайте, как вы дышите. И сделайте свое дыхание более глубоким. Представьте, что дыхательная волна входит в ваш центр, в солнечное сплетение. Раскачивает ваше тело по центру. Не придумывайте движение, а проводите его. Проводите дыхательную волну, раскачивая мягко себя, солнечное сплетение. Вдох и выдох. Закройте глаза, почувствуйте ось. Почувствуйте, как дыхание побуждает вас к движению. Почувствуйте, как вы прочно стоите на земле. Такое же мягкое, покачивающее дыхательное движение проводим в пальцы рук. Посмотрите на свои пальцы. Представьте, что вы дыхаете основанием каждого пальца и выдыхаете кончиком. И проведите дыхательные волны от основания пальцев до кончиков. Смотрите на свои пальцы и ощущайте, как они становятся более мягкими, как мягкие такие кончики. Мысленно удлините. Отдыхайте запястьем и выдыхайте кончиками пальцев. Отдыхайте запястьем и выдыхайте кончиками пальцев. Отдыхайте локтями и выдыхайте кончиками пальцев. Отдыхаем локтями и выдыхаем кончиками пальцев. Направляйте волны перед собой вперед. Вдыхаем плечами и вдыхаем кончиками пальцев. Тело слегка раскачивается вслед за руками. Не напрягайтесь, чтобы держать себя вертикально.
стороны. Вдыхаем запястьями, руками, кончиками пальцев. Проводим несколько волн. Давайте на цифру 3 остановимся. 3 волны по каждому участку. От локтей до кончиков пальцев. Проходили. Все движения мы с вами провели. Сделали несколько волн по локтей. И дальше вдыхаем. Последний момент, когда руки расправились, слегка утянитесь к стене. То же самое, отведем руки назад. Вдыхаем запястьем, выдыхаем кончиком пальца. Вдыхаем запястьем, выдыхаем кончиком пальца. Запястье вдох, кончиком пальца чуть-чуть. Локтями вдох. И тянемся к стене, которая за спиной у нас находится. Вдох. Соединяем руки за спиной в замке, пальчики вот таким образом переплетаем, оттягиваем плечики вниз и стягиваем лопатки. Опускаем подбородок вниз, представляем себе, что здесь у нас лежит маленькая жемчужинка. И начинаем эту жемчужинку перекатывать. От одного плеча к другому, прорабатываем мышцы шеи, теперь перекатываем жемчужинку от плеча к плечу через голову. Представьте, что вы катите жемчужину в подбородок. И поймайте самую верхнюю точку. Теперь катите жемчужину по кругу. Вытягиваем с подбородком вперед горизонт, подтягиваем его в себя. И как бы втягиваем его внутрь. В обратную сторону катим жемчужину полубом, зиме, выталкиваем вперед и поднимаем самую верхнюю ручку. Ныряем макушкой то в правую, то в левую сторону, как бы проглаживая ухом то правое, то левое плечо. Потянитесь руками назад, поднимите их как можно выше, потянитесь подбородком вверх, вдох, вперед. Руки перехватываем спереди, растягиваем запястье и растягиваем лопатку. Покручиваясь, покручиваясь. Еще раз. Вдох, оттянули руки, стянули запястье, потянули подбородок вверх, стянули лопатки. Переплетаем кисти и потягиваемся вперед. Еще раз. Вдох, потянулись вверх. И выдох, потянулись вперед. Ставим ступни вместе. Работаем с восходящими волнами. Становимся. Ставим ступни вместе. Ставим большие пальчики, соединяем большие пальцы. И нижние ребра расставляем параллельно. Слегка сгибаем ноги в коленях. Одну руку кладем себе на низ живота, вторую на поясницу. Делаем подворот таза, копчика. Ощущаем первое положение, да, копчик подвернут. И вводим таз назад, арку в пояснице, прогиб поясницы, второе положение. Так вот, чтобы провести волну от копчика в макушку, нам необходимо отвести таз назад, слегка дать свободу, свободу тазу, да, чтобы у нас было открыто. И спружинив ногами, почувствовав, вспомнив ту пружину, которую мы уже сегодня делали, разогрели, да, оттолкнуться ногами и провести волну вверх по позвоночнику до самой макушки. Волну мы будем делать в разных положениях, а затем поработаем с нисходящей волной. Так, становимся на местах вместе и начинаем работать. Подворачиваем копчик, пружиним ногами и проводим волну по всему позвоночнику, снизу вверх. Вытягиваемся. Меняем положение, разворачиваем стопу в сторону, наружу, приблизительно, слишком сильно выворота не надо, должно быть комфортно. Прижимаем стопу к полу, опять слегка смягчаем колени, освобождаем поясницу.
поясницу, подворачиваем копчик и продолжаем работу. Волна вниз, вверх, выбранную позицию. Снизу, вверх, руки расслаблены. Движение доходит до макушки. Ставим ступни параллельно на ширине плеч и продолжаем проводить волну. Ощущайте свои ноги как пружины, которые толкают вас вверх. Продолжаем, разворачиваем стопы. Вторая позиция. Опять слегка смягчаем колени и проводим волну вверх. Разворачиваем пятки наружу, большие пальцы внутрь из этого положения. Разворачиваемся в правую сторону. Правая стопа смотрит вперед, левая стопа заворачивается внутрь. Колено закрываем внутрь, такая четвертая позиция. Разворачиваемся немножко боком и из этого положения снизу вверх. Снизу вверх. Левая нога пружинит носком. Как бы подныривая макушкой и проводя волну от макушки в копчик, возвращаем волну обратно сверху вниз. Давай руки как рычаг, ныряем кончиками пальцев и тянемся за пальцем еще выше. Представьте, что справа и слева у вас планочка, под которую вам нужно нырять, не отзывая движение. Также добавляем руку и ныряем с рукой, дотягиваемся. Из четвертой позиции заворачиваем руку и волна. Завернутая левой стопой, левым коленом, правая стопа смотрит вперед пальцем. Ракурс 45 градусов по отношению к зеркалу, смотрим в зеркало. Другую сторону. Отталкивайтесь ногой, которая у вас на носке. Почувствуйте, что она более пружинистая за счет ступней. Заворачиваем пальцы внутрь и работаем с этим положением. Толкайте хорошо ступни в пол и всплывайте, как будто вы всплываете с одной ноги. Вторая обратная позиция. И в ней также подныриваем, всплываем. Руки расслаблены. Садимся в лужу. Продолжаем движение, как будто мы движемся.
воде. Пяточки соединяем вместе. Выворотная позиция. Пятки вместе, носки вовнутрь. И ноги тоже несколько движений волны. Толкайте ногами. Выталкивайте себя вверх. И шестая позиция. Закрывается. Волна. Поймали руками горизонт, мягко тянемся кончиками пальцев к стенам и слегка растягиваем лопатки в сторону. Работаем с правой ногой, переносим вес на левую ногу, грудь на левую ногу смещается. И делаем несколько дыхательных волн пальцами правой ноги. От основания пальчиков до кончиков. Постарайтесь не сжимать ступню, а делать мягкое движение. И теперь разворот, перевод, вдыхаем голеностопом. Выдыхаем центром ступни, кончиками пальцев. Делаем несколько дыхательных волн, проводя их по ступне. Короткая дистанция. Увеличиваем дистанцию. Вдыхаем коленом, выдыхаем центром ступни, кончиками пальцев. Не перенапрягайте пальцы, не перенапрягайте ступни. Раскачивается естественным образом. Наша задача балансировать на левой ноге и поддерживать себя руками. Следующее положение. Разворачиваем бедро наружу. Слишком сильно тоже не разворачиваем. Комфортно разворачиваем бедро и проводим волну от голеностопа до кончиков пальцев, до центра стопы. Увеличиваем дистанцию от колена центр стопы, кончиком пальцев. Дальше от тазобедренного сустава до кончиков пальцев. Тоже таз стабильно не держим, таз качается вместе с ногой. Продолжаем работать с правой ногой. Я думаю, что она была лучше видна. В этом упражнении не напрягаем слишком сильно ноги. Болеть, когда нужно все подтягивать. Мы слегка подтягиваем тазовое дно, чтобы таз был более управляемый. И балансируем на оси. Таз работает так же, то есть эхо продолжает движение. Итак, вдыхаем голеностопом и проводим волну по подошве. Кончиком пальцев. Как будто мы гладим что-то такое ощущение. Воздух гладим. Теперь от колена до кончиков пальцев. Назад жмем. Назад. И от тазобедренного сустава волна. Балансируем на левой ноге. Левое колено мягко. Три. Четыре. Сгибаем правое колено. Подтягиваем пятку к ягодице и балансируем, вытягиваем четырехглавый мышц. Ногу разворачиваем колено в сторону и либо ставим ступню на внутреннюю поверхность левой ноги и слегка подтягиваем колено наружу, бедро раскрываем, либо при хорошей выворотности тазобедренных суставов укладываем ступню на бедро и тянемся колено вниз. Затем сгибаем правую ногу, притягиваем бедро к бедру. Опустили правую ступню на ногу, немножко пока уходили, как будто топчем песок, влажный песок. И работаем с левой ногой. Начинаем с шестой позиции. Руками берем горизонт, дышим пальцами. Основание пальцев вдоль. Кончиками выдох. Дальше голеностоп. Вдох, центр ступни, кончики пальцев, выдох.
дистал более стабильный, потому что у нас дистанция небольшая, движение волны. Теперь от колена, плывем от колена до кончика пальца. И от тазобедренного сустава. Здесь таз максимально мобильный. От тазобедренного сустава до кончика пальца. И 4 волны достаточно. Разворачиваем бедро наружу и повторяем по 4 волны. В каждом расстоянии короткая волна, средняя волна, балансируем на правой ноге и длинная волна от тазобедренного сустава. Стопа немного заходит вперед перед опорной ногой. И движение назад. От голеностоп до кончиков пальцев, то есть гладим ступней воздух, назад, назад, от колена, от тазобедренного, левую ногу, с которой мы сейчас работали, подтягиваем пятку к ягодице и тянемся коленом вниз, соединяем колено вместе. Раскрываем левое бедро наружу, либо в позиции ступня на внутренней поверхности опорной ноги, либо более сложный вариант, закидываем ступню на бедро, тянемся коленом вниз, держим баланс. Обхватываем бедро и тянем колено вниз. Опускаем ножки вниз, опять топчемся. Позаваливайте ступни на внутренние и на внешние ребра. Почувствуйте внутренние и внешние ребра. Почувствуйте эти грани, возможности стопы. Перенесите вес на левую ножку, опять возьмите горизонт и начните рисовать восьмерку правой ступней, как будто вы стоите на песке. Уходим назад, рисуем внешнюю грань, движемся вперед, рисуем внутреннюю грань. По возможности увеличиваем амплитуду и балансируем корпусом. То же самое, другая нога. Разворачиваемся, уходим назад по внешнему краю, идем вперед. Еще топчитесь. Ступни вместе. Отталкиваемся от пола, пружиним. Вместе с руками вытягиваемся вверх. Ладошками скользим по лицу, локти тяжело опускаются вниз, толкаем таз назад и стекаем животом по бедрам, разворачиваем кисти вниз. Еще раз повторяем. Отталкиваемся от пола, волна позвоночника вверх. Тянемся максимально высоко, толкаем таз назад, тяжелыми локтями идем вниз, вниз, стекаем по ногам. Еще раз повторяем. Вдох. Собираем воздух над головой и проваливаемся вниз. И сейчас волна от земли, откружиниваем, поднимаем воздух вверх, легкий прогиб. Собираем кисти, ладошки по лицу, тяжело ловить вниз, стекаем вниз. Расслабленно стекаем животом по ногам и повторяем. Непрерывно закольцовываем дышим. Вдох, толкаем. Стекаем тяжелыми локтями, кистями вниз, выдох. Касаемся земли, и мы повторяем. Вдох. Идем вверх, легкий прогиб вниз. Наклон. И еще раз снизу вверх. Вдох. Выдох.
остаемся. Руки либо ладошками на пол, либо на руль по длине задней поверхности бедра и возможности поясницы своей свободы. Либо на кончике пальца. Мягко прогибаясь, смотрим вперед, толкаем себя ногами, выгибаемся как кошки. Вверх, вдох, прогнулись. Выдох, выгнулись. Еще раз вверх. Вдох. Выдох. Прогнулись. Опускаемся на поверхность. То же самое делаем на четвереньках. Кошка. Выгнулась. Прогнулась. Глазами тянемся вверх. Поджимаем пояс под себя. Сжимаем бедра. И выгибаем сейчас. В одну и в другую сторону. Опускаем таз на пол. Вытягиваем руки вперед. Подворачиваем пальцы ног. Вытягиваем спину. Делаем несколько проворотов в плечах, в одну сторону, в другую. Упирайтесь ладошками в пол и вращайте плечи. Оттянули плечи, лопатки назад, подворачиваем копчик. Встаем под то, что стояли кошки, подворачиваем хвост, копчик, вытягиваемся вверх. Заворачиваем голову обратно. И возвращаемся обратно. Так делаем несколько раз. Откружили от пола и хорошо вытягиваем руку вниз. Возвращаем обратно. Перекатились вперед. И выдохнем таз вверх. Поднимаем таз вверх. Потоптались. Давим пятки на воздух. Несколько раз проворачиваем бедра внутрь. Разворачиваем таз то вправо, то вниз. Правая нога, работаем правой ногой. От тазобедренного сустава, волнами движения, поднимаем ногу вверх. Вверху колено сгибаем. И стараемся дотянуться до пола, перенося вес на пальцы левой ноги. Еще раз. Отталкиваемся, вытягиваемся вверх. Подтягиваем колено к голове. Меняем направление движения ноги, волна назад вверх, колено внутрь, в подмышке, туда же тянемся левым виском, волна, и подкручиваем колено в голове. Повторяем волну, и на этот раз вводим колено в соответствующую локоть. Если вы хотите немножко усложнить задачу, вытягивайте ногу до конца. Волна. Либо работайте с коленом, как работали с коротким бочком. Возвращаем ножку. То же самое повторяем с левой ноги. Волна. Поднесли колено к голове. Сжались в центр. Еще раз. Волна. Колено в голове. Волна. Крест-накрест. Волна. Колено к противоположному плечу или локтю, насколько возможно. Мягкое движение таза. Вращаем таз.
движение вышку позвоночников, включаем движение йога, как будто движемся в цилиндре. Дальше в шею, в макушку, включаем весь позвоночник движения. Выгнулись, делаем шаг вправо, ногой. Выход вперед, продавливаем таз как можно дальше, вытягиваемся вверх, вдох, продавливаем таз к пятке. Старайтесь голень слишком сильно не заваривать, чтобы колено не выходило за пределы пальцев. Вдох, потянулись, толкаем пятку себе назад, вниз, делаем несколько перекатов, вдох, выдох, ложимся животом на бедро. Как можно плотнее прижиматься. Вдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваем левую ступню вдруг. Опускаемся тазом. И садимся сбоку от левой пятки. Вытягиваемся. Ложимся на ногу. И несколько дыханий посвящаем тому, чтобы вытянуться относительно ноги. Слегка втягиваем бедро в себя. Расправляем пальцы. Смотрите, чтобы большой палец и мизинец были на одном уровне, чтобы большой палец не входил внутрь. И вытягиваемся вдоль правого бедра, вдоль правого бедра. Вытягиваемся за макушкой вверх, возвращаемся обратно. Сворачиваем правый носок, отъезжаем левой ногой назад. Ставим кисти внутрь. Отъезжаем левой ногой назад и правой рукой замыкаем правую голень. Фиксируем правую голень. Пальцы левой ноги переворачиваем под себя. И в этом положении вдох, таз к пятке. Выдох, отталкиваемся правой пяткой и толкаем таз назад. И вновь выворотное положение правого бедра. И толкаем таз назад. Сделаем, чтобы было лучше. И вперед. Вдох. Выдох. Вдох, опускаемся на колени, вытягиваем носок, опускаемся вниз на предплечье, дотягиваем таз еще ближе к земле, разворачиваемся к правой стопе и мягко отталкиваем бедро от себя, скручиваемся от кончиков пальцев левой ноги до макушки, вытягиваемся, возвращаемся обратно, забираем колени к себе и делаем вращение против часовой стрелки по позвоночнику. Вращаем копчик против часовой стрелки. Готовимся к работе с левой стороной. Проходим в ребра, вращаем ребра. Дальше поднимаемся к шее, к макушке, вращаемся позвоночником. Как будто наматываем позвоночник на горизонтально. Выгнулись, сделали шаг вперед, прижались левыми ребрами к левому бедру, вытянулись вдох, толкнули таз назад, прижались левым бедром, левыми ребрами к левому бедру, вдох, выдох, вдох, выдох. Старайтесь продавливать таз как можно дальше пятки. Вдох мягко, выдох, вытягиваем правую ступню. И садимся тазом с левой стороны под пятки. Вытягиваемся вверх и стекаем животом по бедру. Несколько дыханий. Стараемся протянуть позвоночник, вытянуть позвоночник относительно левой ноги. Смотрим на стопу, чтобы она не заворачивалась внутрь и не разворачивалась слишком сильно наружу. Вытягиваемся за макушку. Делаем опять выпад вперед, разворачиваем левую стопу приблизительно на 45 градусов и вновь подворачиваем пальцы правой ноги, фиксируем левой кистью соответствующей на ноге, фиксируем голень, продавливаем таз вперед, толкаем таз назад, выдох. Обратите внимание, мы работаем на с вывернутым бедром, выдох. Вдох,
опускаемся вниз, вытягиваем правую стопу, опускаемся на предплечье, немножко покачайтесь, еще немножко продавите таз, зацепитесь за левый голеностоп, толкните бедро от себя и постарайтесь развернуться в левую сторону, смотреть себе за левое плечо. Тянемся нижними правыми ребрами к левому бедру. Возвращаемся обратно. Следующее упражнение. Становимся ступнями широко. Колени чуть согнуты, кисти под плечами. Делаем несколько выгибов в спине и прогибов. Выгибов и прогибов. Ступни правильно. Выгибов и прогибов. Остаемся в положении прогиба. Копчик высоко сводит вверх. И перекатываемся тазом на правую и левую сторону. Стараясь вытягивать как можно сильнее внутреннюю поверхность, то правую, то левую. Попробуйте добавить кошку во время переката, выталкиваем спину вверх. Слегка разворачивайте носки наружу. Перекатитесь на левое бедро. Постарайтесь опуститься левой седалищной косточкой как можно глубже. И толкните руку от себя. Постарайтесь разворачивать туловище от левого бедра к правой ноге. И тянуться за пятку. То же самое, через перекат идем на правое бедро, разворачиваем ступню, опускаем таз вниз, упираемся рукой в бедро и толкаем себя вдоль левой. Попробуйте соединить выход, переход, точнее, с одного положения в другое. Перекат, разворот носка, стопа на себя. Перекат, разворот носка и тянемся рукой. Перекат, выход, тянемся. Перекат, тянемся. Через перекат. Повисаем расслабленным корпусом, руки расслаблены. Представьте, что вы скользите, что вы стоите на песке и рисуете какую-то большую восьмерку, стараясь заходить себе то за одну пятку, то за другую пятку. Расслабляем шею, коленки можно слегка посадить. Разворачиваем правый носок. Стопу чуть ближе к центру, чтобы было удобно было удерживать равновесие. Опираемся на правую голень, разворот, выдох. Вдох. Выдох. Пальцем в пол, к стене вперед, потолку. Заплетаемся рукой за талию, за бедро. И несколько дыханий вытягиваемся, втягивая бедро как можно глубже к центру таза, подтягиваем колено. Стараемся найти единую плоскость для лопаток и бедра. Перекатываемся опять восьмерка. Разворачиваем левую стопу. Развернулись, нашли общую плоскость. И начинаем рисовать круг. Разворачиваемся. Для того, чтобы сохранялось равновесие, слегка подтягивайте вниз живота и мышцы данного угла. Тянемся как можно дальше, рисуем пальчиками круг. Заплетаем руку за спину, захватываем бедро, разворачиваем плечо и стараемся в этом положении вытянуться за счет глубокого. Вниз, рисуем восьмерку, расслабляемся в бедрах,
Садимся в плие. Развернутые бедра. Руками упираемся в бедра. И делаем мягкую утягивающую скрутку. Наклоняемся корпусом вперед, таз уходит назад. Давим руками на бедра. Заворачиваем по очереди то правое, то левое плечо. То вниз, внутрь. Соответственно, второй уходит назад. И мы стараемся вытянуть позвоночник, скручивая его в спираль, раскрывая бедра. Обязательно вытягивайтесь. И только уже ощущая вытянутый позвоночник, делаем мягкое, такое выжимающее движение. Мышц спины, позвоночника. В завершение упираемся в предплечье бедра, немножко собираем ножки уже. И перемещаем центр тяжести с одного стопы на другую. Расслабьте плечи, перейдите на длину плечи, шеи. Собираем ножки еще уже. Руками упираемся в пол и приподнимаемся на носки, тянемся пятками вверх, тянем пятки к полу. Вытягиваем бахилу на носки, бедра вместе, пятки к полу. Вверх, садимся, скругляем спину, ощущаем дугу позвоночника, выставляем макушку. И по скругленной спине делаем перекат, толкаем себя. Перекатываемся на ступни, волной вытягиваемся вверх, продолжаем волну руками, затем толкаем таз назад, опять складываемся, стекаем вниз, тяжелые руки, тяжелый таз, перекат, толкаем себя вперед, замах вверх, вытянулись, толкнули таз назад, стекли обратно, перекатились. Обращаем внимание на то, как перемещается центр тяжести, толкаем назад. Вниз, вещаем в центр лопаток, вдох, выдох. Остаемся на лопатках, подхватываем таз, вытягиваемся ножками вверх. Почувствуйте, что вы стоите стабильно именно на лопатках, заваливаясь при этом на шею, поддерживаем таз. И начинаем мягко совершать вытягивающие волны за голову, стараясь дотянуться то пальцами правой, то левой ноги себе за макушку. Если это не получается, тянетесь туда, куда возможно. Напоминает такую ходьбу по облакам. Две ножки вместе. Не напрягайте пальцы. Оставляйте воздух. Две ножки вместе. Балансируем лопатку. Теперь в сторону. Раскрываем бедра. И несколько движений делаем от центра. Попробуйте по одной ноге, чтобы таз не завалился. Волна в одну сторону, волна в другую сторону. Ноги за голову, захватили пальцы, захватили кистями пальцы. И потопчитесь немножко с лопатки на лопатку, дотягиваясь то правым, то левым коленом ухо. Согните ножки в колени, перекатитесь. Введите в положение сидя, раскройте бедра и продолжаем упражняться. Ныряем, совершаем волновое движение от макушки до копчика и укладываем ухо. Давайте начнем с левого на левое плечо. Делаем перекат подбородком по груди. Еще раз делаем волну от макушки вверх до копчика. Продолжаем движение. Теперь правое ухо. Правое плечо и перекат подбородок к груди, левую руку к левому плечу. Еще раз. Волна. И продолжаем головой. Круг. Волна. Позволяйте ступням раскрываться. Круг.
Еще раз. От макушки в копчик. И перекат головы. Вытягивай шею. Круг. Волна. По такому же принципу раскрываем ножки в сторону. Если не получается слишком сильно, можно на 90 градусов. И по такому же принципу ныряем, упираемся ручками в пол. Волна. И круг головой. Ухо, подбородок, ухо, плечо. Затылок назад, уже не закидываем еще. Волна. За макушкой тянем таз. И полукруг. От правого до левого. Волна. От левого до правого. Старайтесь тянуться пальцами ног вверх. Волна. Вытягиваемся. Ухо к плечу, подбородок к груди, ухо к другому плечу, подбородок вверх. И еще раз. От макушки. Волна. Ухо к плечу. Перекат. Мягкий позвоночник, как ствол дерева. Угнемся. Наклон. Ложимся. На правое бедро дотягиваемся к ресницам, противоположные ножки. На левое бедро переносим центр тяжести. С одной сигаречной косточки на другую. Стараемся максимально растягивать руками пространство перед плечами. Движение рук от солнечного сплетения. Растяжение рук от нижней части живота. Собираем ноги, бедра раскрыты, пятки слишком длинные, если надо, подносить к тазу. И в этом положении